Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Сегодня я хочу сделать мясной рулет. Рулет буду делать с рубленым вареным яйцом, зеленью и сыром. Для самого мясного фарша нам понадобится фарш, естественно, любой, какой у вас есть. Потом туда буду добавлять резанный чеснок. Одно яйцо, соль, перец, приправы по вкусу, как вы любите. И размочу два кусочка батона или белого хлеба в молочке. А начинку у меня отварные яйца, 4-5 яиц. Будет зелень и тертый будет сыр. Ну, в общем, и все. Очень простое блюдо, как второе. В общем-то, я думаю, вкусное. Вместо котлет будем нарезать и кушать. Запекать будем в духовке. Ну все, начнем. Так, сейчас до конца покрошу я хлеб мой. Тут два кусочка батона помельче. Сейчас залью молоком и пусть постоит, размокнет. Это у нас пойдет еще в фарш. Фарш у меня в основном говяжий, немного там у меня есть куриного. Ну, что было, то и есть. Так, сейчас разведем молоком. Много не надо. Лишняя жидкость не нужна. Ну, вот так, наверное. Пусть стоит, размокает. Потом это все в фарш пойдет. Так, все, пусть постоит немного. Так, сейчас надо подготовить начинку. Сыр натереть. Сыр грамм 150. Сейчас все подготовим, тогда уже будем собирать. Потом фарш еще надо будет заправить всем специями, чесноком. Ну все, вот столько вот сыра у нас будет. Так, это у нас зелень, у меня петрушка зеленая. Помельче сейчас порезать. Ну вот, хватит столько зелени. Так, теперь наши яйца. 4-5 яиц вареных вкрутую. Thank you.
Так, и последнее. Ну все, вот так. Все. Так, чеснок наш. Так, ну ладно, будем подготавливать фарш. Так, берем наш фарш, вот одно яйцо сюда. Сейчас сначала так, потом уже руками. Сейчас все добавлю, чтобы положено сюда. Потом руками буду вымешивать. Так, сюда хлеб наш, который мы размочили. Хлеб. Это два кусочка белого хлеба у меня было. Батон. Хлеб можно любой использовать. Так, теперь у нас вот здесь чеснок. Половину сюда, половину так еще посыплю, когда буду закручивать рулет. Половину хватит. Половину оставлю, просто посыплю еще. Так, ну добавлю сухой еще чеснок сюда. Так, приправу для мяса у меня. Ну, вы добавляйте, какую хотите. Вот паприку молотую. Немного базилик. Я люблю приправу, поэтому... И перец простой черный. Ну, естественно, соль по вкусу. Все, сейчас мы будем все это вымешивать. Вымешивать будем руками. Как следует. Ну вот, как следует вымешали.
все. Так, ну берем мы силиконовый коврик и на него сейчас будем выкладывать наш фарш и по нему распределять ровным слоем, чтобы потом закручивать. Так, в общем, нам надо сейчас так распределить, чтобы ровно был квадрат или прямоугольник, где-то сантиметр толщиной, и ровненько вот так по всему, вот так мы распределяем наш фарш. Не торопясь, выравниваем краешки, какой получится, такой получится, насколько он. Главное, чтобы было ровно. Потом его будем уже все слоями, все посыпать. Так вот распределяем. Так. Главное сейчас ровненько все сделать. Так, вот наш чеснок оставшийся, сейчас вот так вот весь остаток. Теперь все яйца, какие есть, сюда. Первым слоем идут яички у нас. Теперь сыр. Так, сыр вот так вот. Сейчас зелень будет у нас. И будем потихоньку заворачивать. Ну все, осталась зелень нашу. Ну все, сейчас будем заворачивать его в рулетик. Так, сейчас начинаем аккуратно сворачивать наш рулет, подправлять сбоку. Ну вот, наш рулетик. Печку я нагрела, сейчас поставлю на 30 минут, потом достану, смажу верхний слой растительным маслом и отключу верхний нагрев. И буду только на низу еще поджарю
где-то минут 10. Ну и должно быть готово. Вообще делаю первый раз, будем смотреть. Может быть, что-нибудь и изменю. Но пока на 30 минут ставлю 180 градусов. Так, в общем, я достала. 30 минут прошло. Сейчас смажу растительным маслом вверх. Отключу верхний нагрев и оставлю только нижний. И еще буду обжаривать, запекать минут 10-15. И все. И готово. Вверх мы больше не жарим, иначе он будет сухой. Вот так вот я смазываю все. И все. Все. Так, ставим еще на 10-15 минут с нижним нагревом. Все, в общем, готов мой рулет. Пусть стоит, потому что ужасно горячий. Потом уже будем разрезать. Пробовать. В общем, пусть отдыхает пока. Сейчас все равно его не попробовать, не достать ничего. Потом выложу на другое блюдо и будем пробовать. Получилось 30 минут. Я его зажаривала, потом маслом помазала сверху. И еще 10-15 минут на низ включила, а вверх отключила. И еще поджарила. Ну и все. Вот он готовый стоит у меня. Ну вот у меня готово, смотрите, что получилось. Вот я порезала. Вот такой рулет прекрасный. Вообще обалденный аромат стоит. Я еще, правда, не пробовала, сейчас буду пробовать. Вот я себе порезала, смотрите. Вот, видите, кусочки. Здесь яйцо, я просто добавляла сюда паприку, поэтому цвет такой красна у мяса. Вот я порезала. И зелень. И вот отрезала кусочек. Очень вкусно. Ну, не знаю, я все делаю, всегда говорю вкусно. Но действительно вкусно. Даже без преувеличения. Очень вкусно. Прекрасно. Очень вкусное мясо, сочное получилось такое, совершенно не сухое, очень понравилось. Почему такое не сделать? Вот, пожалуйста, вместо котлетки можно и бутербродик с таким сделать, хороший получится, вместо колбаски, прелесть. Ну все, всем приятного аппетита, кушайте с удовольствием, кому понравился этот рецепт, делайте. Очень получается вкусно. Мне очень понравилось. Кушайте с удовольствием, не поправляйтесь. Смотрите мои свежие видео с новыми рецептами на YouTube-канале. Всем счастья, здоровья. Всем пока-пока.